Добрый день! Сегодня будем готовить изящное блюдо говядину по-французски с помидорами. Подавать такую говядину советую с простым гарниром. Сначала приготовим соус бешамель. Растопим 4 столовых ложки сливочного масла. Добавим к ним 2 столовых ложки муки. Хорошо перемешаем. Теперь вливаем молоко и хорошо перемешиваем. Не забываем про специи. Также вы можете добавить чеснок по желанию. Варим соус до тех пор, пока он не загустеет. Как видно на видео, соус уже достаточно загустел. Когда проводишь лопаткой, остается чистое дно. После этого соус можно переложить в небольшой контейнер и пользоваться не только для этого блюда. Пятьсот грамм говядины нарежем на отбивные. Затем отобьем каждый кусочек мяса, чтобы он был более нежным. Перекладываем мясо в жаропрочную форму. Вы можете приготовить сразу все мясо, а можете использовать только нужное количество. Я буду готовить на 3 человек. Приправляем мясо солью и перцем по вкусу. На каждый кусочек мяса кладем 1 чайную ложку соуса. Если вы не хотите варить соус, вы можете использовать майонез или сметану. Посыпаем мясо небольшим количеством зелени. Я взяла мелко рубленый укроп. Вы можете взять петрушку, кинзу или другую зелень, которую любите. Сверху выкладываем нарезанные тонкими слайсами помидоры. Посыпаем каждый кусочек сыром. Накрываем наше блюдо фольгой и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.